Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как сказать родителям о приезде к парню? Мне 21 год. В первую очередь, здесь хочется отметить следующее, что какие бы слова вы ни подобрали, если ваши родители против, то они будут против в любом случае, вам этого не изменить. А какие бы слова вы ни подобрали, вот, ваши родители не будут более, скажем так, расположены к тому, чтобы принять вашу позицию, принять вашу точку зрения. Вот. И любые слова их, в принципе, только лишь вот еще больше, значит, настроить против, скажем так. Вот. С этого, к сожалению, никуда не деться. Ну, потому что вот, либо ваши родители изначально к этому относятся как-то вот, скажем так, позитивно, вот. Либо ваши родители изначально к этому относятся крайне негативно. Все, точка. Другой вопрос, что ваши родители могут быть против таких ваших, значит, движений, вот, по причине того, что они за вас беспокоятся, по причине того, что они за вас переживают, по причине того, что они думают, что вы не справитесь, что у вас это баловство, и что все это не серьезно. Поэтому вот, чтобы вы не выбрали, да, вот, ну, какое бы решение вы не приняли бы, относительно своих действий, на мой взгляд, имеет смысл вам давить в этом смысле именно на уверенность свою, на уверенность в себе, на уверенность в том, что вы делаете, и, ну, в том, что вы хотите. Вот. Это очень важно. Если родители увидят, что вы уверены, что вы непреклонны, что вы действуете, да, они будут вас останавливать, они будут стараться вас, конечно же, отговорить, они будут пытаться ну, как вот сделать так, чтобы вы отказались от своей сети, вот, но со временем, видя, что вы непреклонны, они примут ваш выбор, вот, потому что иного им ничего не останется. Сложнее всего будет, наверное, просто пережить
вот этот вот момент, когда они, скажем так, будут сопротивляться вашим действиям, решениям и поступкам. И вот здесь очень важно, чтобы вы максимально обратили внимание на себя, чтобы вы максимально находились в контакте с собой, и чтобы вы, вот, что называется, прислушивались к себе, да, и поменьше думали о том, как на это отреагируют родители. Вот, если вы так не делаете, если вы так не поступаете, то я боюсь, что мы здесь ведем речь о ваших страхах и неуверенности в себе, а также, видимо, о чувстве вины, которое у вас также может быть. Вот. Ну, может быть, вот в связи с данной ситуацией, скажем так. Вот. И со страхами, чувством вины, а также к определенным стремлением к слиянию со своими родителями, а речь идет именно об этом. Вот вы боитесь их неодобрения. Уже нужно работать индивидуально с психологом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я бы рекомендовал просто для себя сформулировать, что вы вкладываете в переезд. И снова демонстрировать, выражать это вашим родителям. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.